Жирафы обладают огромным ростом. Однако, чем они выше, тем больнее им падать. Я двигался вдоль Сент-Ривер и увидел, как крупный жираф упал. Кинооператор Джон Варти знал, что жираф оказался в огромной опасности. Нужно было помочь этому величественному животному встать, тем самым продлив ему жизнь еще на пару лет. Жираф рискует утонуть или потерять сознание, ударившись о камень в реке. Моя первая реакция — смягчить удары от падения на камни. Я мгновенно спрыгнул с внедорожника и попытался подложить под него кресло, чтобы при падении он ударился о мягкое сиденье, избежав сотрясения мозга. Жираф весом в 1800 килограммов отчаянно пытается встать на ноги. Если жираф упадет на вас всем своим весом, то он вас раздавит. Помню, как его шея обрушилась буквально в нескольких сантиметрах от меня. Мне удалось вовремя увернуться. Съемочная группа пытается спасти жирафа с помощью веревки. Но камни настолько скользкие, что животное не может устоять на них. Жираф всю жизнь проводит стоя. Как только он оказывается на боку, у него сразу возникает серьезная проблема с кровообращением. После каждого падения он становился все слабее и слабее. Шансов вернуть его в вертикальное положение было все меньше. Варти рискнул жизнью, чтобы спасти жирафа, но понял, что надежды нет. Во время съемок и путешествий по Африке я усвоил одно. В этих краях жизнь способна прерваться за долю секунды.